В аэропорту Берлина отменили все рейсы до конца сегодняшнего дня. Такое решение приняли из-за забастовки наземного персонала. Десятки сотрудников вышли на митинг с требованием поднять им зарплату. По информации местных СМИ, акция была запланирована заранее. Демонстрацию устроили члены профсоюза «Верди». Они хотели, чтобы им платили на 500 евро больше. Работодатели пообещали подчиненным пока только единоразовую премию в размере 2000. Забастовка нарушила планы 35 тысяч пассажиров. Отложено порядка 300 рейсов. В аэропорту не хватает персонала. После пандемии многие сотрудники уволились и ушли в другие отрасли. А возвращаться никто не хочет, потому что зарплаты низкие.